Re, viss ēters ir te! Добрый вечер. Прямо сейчас о погоде на пятницу. Ночь на последний рабочий день температура воздуха составит от 0 до минус 7 градусов. Завтрашним днем ждем от плюс 1 до минус 3. Только в некоторых городах Курзума потеплеет до 4 градусов тепла. Ветер всю пятницу будет слабым. Говоря про осадки, ночью и утром по всей Латвии пройдут снег и дожди. Затем на большей территории страны осадки закончатся. Теперь о погоде в Риге. В столице этой ночи столбик термометра будет на отметке от 0 до минус 2 градусов. После полудня ждем плюс 1, минус 1 градус. Весь день почти безветренно. На протяжении всего дня ожидаются переменные осадки в виде снега. Медицинский тип погоды и второй благоприятный. На этом погоде у меня все. Эфир ЛТВ-7 продолжит программу «Точки над И». Всего хорошего и до свидания.